Почему ты стала копом? Только не говори, что детская мечта. Я хотела стать фигуристкой. Правда? Да. А как сменила коньки на ствол? Не знаю. Так получилось. Хорошего дня. Спасибо. Не верю. Как ваши панические атаки? Я выключаюсь. В голове ничего. Меня не приручить. Никто и не пытается. Я слышу порыв ветра и иду дальше. Запах смерти. Мылом не перебьешь. Я прихожу домой, стою на пороге и считаю до 60, чтобы не нести это дерьмо в дом. Он должен быть в самолете через 3 часа. Мы везем его в аэропорт. Почему мы? Ведь это не наша работа. Вон тот, в оранжевом свитере. Будьте осторожны. Его убьют. Зачем его депортировать, если его все равно убьют? Перестраховываются из-за статуса беженца. Как отличить беженца от террориста? Ты готов отправить его на смерть? Значит, я сволочь, потому что выполняю приказ? Это моя работа. Он обычный человек. Нет! Нет! Ты просто трус. За себя переживай. Хватит! Достали меня! Человек невиновен, пока не доказано обратное. Ни одного прокола за 20 лет службы, а вы все испоганили.